знаете, она как Алла Пугачева, ее и любят, и ненавидят, но она все еще жива. Зато ее с России не выгоняют. Да если она пропадет. Ну, слушай, меня, допустим, аист принес. Тебя в капусте, наверное, нашли еще, а там поезд как из леса выбежал. Чехи, скорее всего, что сказали, своих не бросаем. Не смей брать взятку. Не смей, братишка, иначе будешь такими, как... Мы будем делать ведро ради того, чтобы у нас было ведро. Но ты можешь еще в 12 вагонов склепать. А представь себе Шкоду в 12 вагонов. Я пошел, ограбил инкассатора, 5 лет от силы. Денежки, все, что нашел, все забрал, перевел куда надо... И 5 лет отпуска. Я что-то начинаю хотеть немецкую тюрьму. Ну, ты хотя бы вообще, знаешь, просто глянь на базу данных чешских локомотивов. 730-й, 8000-й, 7-миллионный там. А он тебе хрязь и всю рупу отобрал. Докопаться можно и до столба. Главное, чтобы лопата была.